В Кусе мужчина за рулем иномарки насмерть сбил пенсионерку. Авария произошла вечером у дома 15 по улице Свердлова. 63-летний мужчина за рулем Митсубиси наехал на 70-летнюю женщину. Все подробности в репортаже. Город Куса, улица Свердлова. Автомобилист не заметил на дороге 70-летнюю пожилую женщину. Правда, сама она переходила дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП от полученных травм женщина скончалась. Легковушка и грузовик столкнулись лоб в лоб в Челябинской области. Авария произошла на территории Пластовского района. По предварительным данным, 23-летний водитель за рулем «Лады Калина» выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком «Вольво» под управлением 46-летнего водителя. В результате ДТП водитель легковушки скончался в больнице. Трасса Уфа-Челябинск. Столкнулись «Лада Веста» и грузовик «Мерседес-Бенц». За рулем легкового авто был 66-летний мужчина. За рулем большегруза – 46-летний житель Саратовской области. В результате ДТП водитель «Лада Веста» и его пассажир, мужчина, скончались до приезда скорой помощи. В Челябинске на улице Энергетиков произошло ДТП. На пешеходном переходе сбили человека. У автомобиля оказалось разбито лобовое стекло, а состояние пострадавшего неизвестно. У меня стекла нет вообще. Охренеть. В Ленинском районе, недалеко от крупного торгового комплекса, столкнулись две легковушки. ДТП произошло на парковке около полуночи. Такси не поделило дорогу с иномаркой. Как вышло, что водители не увидели друг друга, выясняется. Обиделся, что не давал проехать. Водитель Гелендвагена из Магнитогорска расстроился, что автоледи не пропустила его в свой ряд. Его выходки на дороге попали в объектив камеры видеорегистратора. Вот водитель иномарки пытается зажать автоледи, подрезает и резко тормозит. Благо, все обошлось без ДТП. А этот автомобиль протаранил ограждение и сбил пожилого пешехода. Все случилось в Аше. В результате аварии водитель «Лады» вылетел с проезжей части. Серьезное ДТП произошло на улице Хлебозаводская. Столкнулись две легковушки. Предположительно, Nissan выехал на встречную полосу. И вот результат. В Тракторозаводском районе произошло спорное ДТП. Не разъехались Hyundai Elantra и Lada Granta. Все случилось на улице конструктора Духова у дома 21. Момент аварии даже попал в объектив камер домофона. По словам водителя иномарки, он шел на обгон отечественного авто. В момент объезда автомобилист за рулем «Лады Гранта» не включил поворотник и начал двигаться влево. В итоге столкновение. Сейчас водитель иномарки ищет очевидцев аварии, чтобы доказать, что он не виноват. Это видео снял очевидец утром недалеко от Ленинского моста. Трактор въехал в легковушку. Вот поддел кошечкам на меридиане перед въездом в Ленинский. Ах, ну не сильно, так бы вообще бы. Участникам ДТП пришлось ждать инспекторов ГИБДД. Благо, никто не пострадал.